джема не хватает. Эх, ой. Что же сделаешь, что теперь джема нет? Как быть? Ой. Я бы не хотел, чтобы ты не покупал, чтобы ты не покупал.
слушаем аудиогида, просвещаемся. Старое здание ратуши. Мария безуспешно пыталась опротестовать решение Габсбурга. Здание шотландского монастыря 12 века перестраивалось в 17.
обратили внимание, что на улицах стоят знаки. Осторожно, работает эвакуатор. Но сколько мы здесь уже гуляем по времени, ни одного эвакуатора нет, ни одной машины. В Москве эвакуаторы паровозиками ездят. Кушать, покушать красиво. Нашли группу с русским гидом, смешались с толпой. Секретарь. Вес никогда не превышал 50 килограмм. Она в конце концов помешалась на своей красоте. Так если бы мы прошли арочку, так по левую сторону, вы бы попали в музей Сиси. Там имперские комнаты около 9 и имперская посуда. Если матушка медленно переходила от феодализма к капитализму, так сынок рыбка. У него было по 3 реформы в день. Его подчиненный персонал его ненавидит. Они не то, что интервью. Школа английского языка Амазон. Школа английского языка Амазон. Берут интервью. За нами оперный театр, билет от 45 евро на концерт, Рамиле 25 как студенту. Есть преимущество студента все-таки. Он случайно забыл он студенческий билет оставить дома. Поэтому я могу проникать в музей с 50% скидкой и в театр. В музей Мумок он уже попал как студент. Музей современного искусства.
Что ты, Рамиль, изображаешь? Андрея фотографируешь? Да. Безымянный палец показываю. Надо выглядит это как? Не очень красиво. По сторонам. Непроизвольный жест культурной нации. Так, из путеводителя мы узнали, что, Рамиль, это? Это тот самый университет, в который не поступил Гитлер. И из-за которого он стал тем, кто он есть. Был. The pressure thing or no? But when you are in the elevator, I mean, it's not very sexy. Thanks. Not all the time. Okay. Thank you.
220 метров с таким ветром. Ему не... Или 242 метра? Я помню 220, может и 242. Не маленькая высота, красивый закат. Были на башне Дунай, 154 метра, вид очень красивый. Сейчас направляемся к станции Неудинау. У Рамиля очень красивое произношение с татарским акцентом. Немецкий язык. Да. С татарским акцентом. Пойдем в парк. Идем в парк к афроамериканцам. Они там не играли в баскетбол. Мы, кажется, не в ту сторону идем. Нам другую. Пойдем в другую. Еще раз башню можно показать. Там были русские, мы слишком громко говорили, как нам добраться до дома, они не услышали. Гали. Где русская толерантность? Я бы их, наверное, тоже не услышал. Если бы я был на машине на двух. Кстати, башня вращается. Там, кстати, на башне наверху есть ресторан. Он вращается, делает вокруг города обороты там за какое-то время. Столики резервируются, но вид очень красивый. Очень карманный, красивый. Говорят, раньше Останкинская телебашня также у нее вращался. Кафе наверху, ресторан. Такое же. Сейчас пока смотрели на большую медведицу. Подушку. Нет, увидел. Парк темный. Здесь много